45 лет на благо жителей городского округа Химки. Ирина Зименкова – яркий пример профессионализма и стабильности. Врача-терапевта, которая пришла в поликлинику номер один в далеком 1978 году, отметили за добросовестный многолетний труд. Награждение прошло в рамках проекта «Герои Химок». И на лучшие пожелания от главы городского округа Химки, меня лично, и дай бог, чтобы вы всегда оставались на этом месте, потому что многие люди благодарны вам за то здоровье и жизнь, которую вы подарили. Спасибо вам. Ирина Евгеньевна в четвертом классе написала в своей тетрадке, что хочет стать либо геологом, либо врачом. В семье медиков не было. Она стала первой. Зато внучка пошла по ее стопам. Ирина Зименкова делится: секрет успеха прост – желание помогать другим и преданность своему делу. Я очень люблю людей, вот, и люблю действительно им помогать. И вообще профессия врач – это, я считаю, самая творческая профессия. Да. Тут надо думать, прежде чем помочь людям. И еще надо быть умной, вот, чтобы все это запомнить и применить свои знания. Присоединились к поздравлениям муниципальный депутат Николай Томашов и лидер движения общественной поддержки Егор Чинюк. Ирина Евгеньевна более 40 лет работает в системе здравоохранения нашего городского округа, непосредственно в этой больнице, и вылечила уже 3 поколения жителей нашего города. Спустя почти полвека Ирина Зименкова продолжает заботиться о здоровье химчан. Говорит, помогать людям – это призвание, а не профессия. Если выбрал этот путь, то один раз и на всю жизнь. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.